Ну, во-первых, мы бы хотели поблагодарить программу «Талант» за возможность съездить в Дубай на стажировку. Это была прекрасная поездка не только в профессиональном плане развития, но и в академическом. То есть мы узнали очень много нового во время поездки. Поездка была полна впечатлений не только то есть во время семинарских занятий, которые мы там проходили, но и, конечно, в знакомстве с новыми людьми. То, что мы отучились целый год на магистратуре «Талант», дало о себе знать. Мы узнали очень много нового в теории. И когда мы поехали в Дубай, то уже имели возможность приложить все свои знания там, потому что было ясно, что все, что мы узнали, оно прилагаемо в разных контекстах. Это прилагаемо не только внутри Кыргызстана, но и в разных странах. И мы увидели, как это вообще делается в Дубае, то есть как работают с человеческими ресурсами в Объединенных Арабских Эмиратах. Когда студенты задумываются о продолжении своей учебы и поступлении на магистратуру, программа «Талант», мне кажется, это одна из самых лучших программ в АУЦА. И здесь не только отличный преподавательский состав, но и хорошо разработанные предметы. И студенты магистратуры имеют возможность поехать за границу на стажировку. Мне кажется, не нужно задумываться, нужно действовать и начинать учиться.